Здравствуйте, Александр. Это видео про ваш одуванчик. Вот он, ваш одуванчик, наклеенный на мой тестовый адаптер с помощью двухстороннего скотча. Внимательно перед наклейкой прочитайте инструкцию. Вот смотрите, калибр. Наклейте сначала полочку по калибру на ваш снятый предварительно с объектива байонет, и потом с помощью двухстороннего скотча наклейте на полочку одуванчик и проверьте в камере. Камера должна показать диафрагму 2,8. Как видите, я запрограммировал. Фокусное расстояние тоже запрограммировано. 14 мм. Задержка входа в режим программирования 1 секунда. Вероятнее всего вам понадобится сделать юстировку точки подтверждения, но это уже следующий этап после успешной наклейки. Вот. После того, как вы убедились, что одуванчик наклеенный на двухсторонний скотч видится камерой, отметили границы посадки одуванчика еще разочек на полочке, сняли одуванчик, убрали двухсторонний скотч, обезжирили полочку, обезжирили нижнюю поверхность одуванчика и очень аккуратно нанесли клей на место наклейки с помощью зубочистки, которая лежит здесь тоже внутри тюбика, упаковки с тюбиком клея. Ни в коем случае не наливайте клей прямо из тюбика на полочку, потому что малейшая грязь, малейшие следы клея, попавшие на дуванчик, просто выведут его из строя. Сейчас я упакую ваш дуванчик и отнесу на джестин. Спасибо за покупку и спасибо за внимание.